узнал много нового в части, ну, первое, как вообще в мире организуются подобные вещи и вообще то, что в мире подобные вещи есть. Потому что как у нас считается, что кроме школы, ПТУ и вуза ничего не существует, и все стандарты определяет Министерство образования, оказывается, в мире это не совсем так. Оказывается, что в мире зачастую больше влияния играют различные бизнес-ассоциации, которые через, в том числе, такие структуры, как WorldSkills, превозносят новые компетенции, новые профессии на рынок, потому что не каждый, ну, не каждое министерство образования любой страны всегда в состоянии отслеживать необходимость тех или иных кадров. Сейчас есть система блокчейн, но сказать, учит кто-то ей или нет, я на 99% скажу, что вряд ли. Но только вот похожая организация, как WorldSkills, я уверен, способствует развитию подобных обучений, внедрению подобных компетенций.